Всем доброго времени суток. Сегодня у нас 9 августа. И я варю варенье из шиповника. Шиповник обычный лесной. И я вам сейчас расскажу, какие вот есть некоторые секретики. Я на YouTube смотрела варенье, но вот как-то мне именно в таком рецепте варенье шиповника не попался. Поэтому я расскажу некоторые свои секреты. Итак, самый главный секрет, то, что нужно собирать шиповник, когда он еще не дозревший. Он должен быть тверденьким. В некоторых местах только немножко, вот пока полежал, он начинает уже созревать, он начинает мягким. Поэтому лучше вырабатывать ягоды первый же день, ну, на крайний случай на втором. Так, что же мы делаем? Ягодку. Отрываем, я отрываю вот таким кручущим, то есть откручиваю вот эту плодоножку, то есть вот так она была, вот. И просто беру вот так, кручу и откручиваю. Затем ножиком разрезаю до серединки, можно полностью разрезать, если вам удобно, вот мне достаточно до половинки. Раскрываю. И затем, у меня уже, так как я очистила сегодня пол ведра уже целых этих ягодок, осталось вот чуть-чуть доделать. Так, раскрываем и очищаем сверху вниз. То есть, вот тут у нас была плодоножка. Это верх у нас. Чистить лучше всего вот... Я взяла чайную ложечку. Главное, чтобы вот это вот место было не шире, чем сама ягодка. Примерно одинакового размера. Плюс-минус несколько миллиметров. Вот. Просто берем вот таким движением. И убираем ягодки. Немножко прижимая. Вот можно... Даже одним движением. Где-то захватить, все, чистенько. У меня уже, видите, столько отходов много. Так, вот у меня уже, получается, обработанные ягодки. Я чищу их всегда, то есть я их... Затем желательно их промыть под проточной водой, чтобы где-то у нас, может, какие-то колючки остались. Ну, если честно, я уже варю это варенье больше 20 лет. Бывает, забываю промыть. Если честно, ничуть не хуже. Так что, если вдруг вы забыли, ничего страшного. Итак, рецепт сам. Объем ягод один к одному совпадает с сахаром. Я обычно ложу столько. Допустим, вот в этой мисочке, да, вот любого вот так вот прижимаем ягодки. Вот столько же должно быть сахара. По кромочку, как у меня тут. Я варю 5-минуткой. То есть в тазик высыпаем сахар, сколько нам нужно. И добавляю буквально одну чайную ложку, ой, столовую ложку водички. Чисто для того, чтобы быстрее сахар растворился. Включаем на огонь. У нас сахар растворяется, то есть получается сироп. Туда высыпаем все вот заготовленные половинки ягодок. Доводим до кипения. При кипении провариваем ровно 5 минут и выключаем. Затем, чтобы у нас полностью остыло, через какое-то время, может уйти 2-3 часа, можете на 5 даже часов оставить. Идти заниматься своими делами. Включаем опять на огонь. Доводим до кипения. 5 минут ровно варим, чтобы она кипела. Пеночку там убираем. И опять выключаем. И так получается у нас 3 раза. От самого начала 3 раза по 5 минут. Все достаточно. Варенье при этом получается, вот эти все половинки никакие не разваливаются. Получается прозрачным, как мармеладки. Очень красивое варенье.
И при 5-минутке свойства и различные витамины ягод практически остаются в неизменном виде. Вот. Так я варю, кстати, все варенья. И мне очень нравится, потому что варенье получается полупрозрачное, такое красивое, и ягодки все целые остаются. Так что вот, способ, в принципе, простой, немножко, конечно, муторно, но если знать как, за просмотром какого-нибудь кинофильма, можно спокойно этим делом заняться с пользой. Кажется, приятно и полезно. Итак, если будут какие-то вопросы, если я что-то упустила, спрашивайте в комментариях, я вам отвечу. Итак, всем приятных заготовок. Всем пока-пока и до новых встреч!